Партнер рубрики – магазин детских игрушек «Сказка». Огромный выбор велосипедов, колясок, детских кроваток. Наши игрушки – просто сказка. Такая идет зеленая, а потом почти как белая. И там, по-моему, еще там такие, там солдаты заходят через эту, там такие штуки, как пакеты. И там они забираются и заходят. И туда садились люди, чтобы стрелять. На ней есть боевое оружие. Она нужна, чтобы ехать на битву. На этих машинах едут солдаты. У нее грузовик сзади прямоугольный, и там сидят два человечка спереди. Боевые машины есть, ракетницы, танки, потом еще подводные лодки, самолеты, истребители. Там есть вот пуйки и такая трубка, чтобы пуйки вылетали. Бывает машина боевая, который стреляет, а бывает, который не стреляет. Еще бывает одна машина. Еще бывает, которые перевозят военные машины. Нужна, чтобы ездить на войну. У меня была книжка о военных машинах. Там все есть. Там есть бронетранспортер, разведный самолет, солдаты. А что тебе такое в руке? БТР. С ракетами. Там были конфетки. А что такое БТР? БТР – это такой танчик без гусеницы. У нас ребенок ходит в подготовительную школу, ступенька называется. Еду с работы, звонит мне дочка и говорит: «Пап, ты когда приедешь?» Я чувствую, что плачет. Ну, думаю, наверное, там с мамой очередной раз там какой-то там конфликт в результате там каких-то занятий. Машину в гараж ставлю, она мне опять звонит. Думаю, ну, наверное, телевизор разбили, если так прям часто звонит. Захожу домой, на кухне тетрадки разложены, ребенок сидит, делает уроки. Я маму в сторону, сажусь с ней делать. Ну, меня буквально хватило, наверное, минут на пять. Тоже там на эмоциях видишь, что ребенок ничего не понимает. Я говорю: короче, все, иди в угол становись, там не пойдешь в школу в следующем году. В результате ребенок уходит, проходит буквально, наверное, 5-10 минут, она меня зовет. Я подхожу к ней, говорю: что случилось? Она меня обнимает и говорит: папа, скажи мне, когда меня не было, вам хорошо жилось с мамой? И, честно говоря, ну, после этих слов, ну, наверное, только у самого черствого человека слеза бы на глазах не появилась. Ну, вот это, наверное, единственный, ну, не единственный, конечно, но довольно-таки запоминающийся случай в жизни моего ребенка, ну и, соответственно, с нашего.